Британская государственная вещательная корпорация BBC на протяжении всего сегодняшнего дня называет Навального российским Манделой и показывает о нем сюжеты. Не так давно редактор газеты «Нью-Йорк Таймс» Билл Келлер также восхвалял его в своей статье. Навальный явно придерживается националистических взглядов. В Великобритании есть законы, запрещающие разжигание антисемитизма и подстрекательство к неонацизму. Навальный же не раз заигрывал с этими темами. WikiLeaks заявляет, что документы по этому делу не будут рассекречены до 2018 года, и что Навальный вел активные конфиденциальные переговоры с дипломатическими работниками США и передавал им информацию. Если бы подобное выяснилось про кандидата на пост мэра Лондона, это было бы громким скандалом. Но международные британские СМИ преподносят этого человека как величайшего политика в России и в мире со времен Нельсона Манделы.